решила испечь хлеб из чечевицы красной. Нужно стакан чечевицы взять и залила его теплой водой. Оно набухло, и я промыла и поставила стекать всей жидкости. Перемолола я чечевицу в блендере и 7 столовых ложек вот таких овсяных хлопьев. Чечевицу добавила 3 чайные ложки семян чия, соль по вкусу и все перемешаю. Тесто я перемешала, добавила геркулесовую муку, разрыхлитель, половина пачки, 1 столовую ложку или 2 растительного масла. Сейчас замешу тесто. В итоге получилось вот такое тесто, замесила. Сейчас я его накрою полотенцем, 20-30 минут оно должно постоять. И готов к выпеканию мой хлебушек. Я сверху посыпала семенами чия-чия для красоты. На бумагу намазала растительное масло, смешала, помешала. И на 30 минут в духовку. Посмотрите, какой он красивый. Сейчас буду пробовать и скажу, вкусный это или нет. Это нереально вкусный хлеб.